Thank you for joining us here today. We'll be taking some questions now. Thank you for joining us here today, guys. That's all we have time for. Думаю, в этом матче много внимания уделим Ромелу Лукаку. Самый результативный игрок лиги готов в игре отстаивать свои права на это звание. Добро пожаловать на Гудисон Парк. Все здесь готово для проведения нашего матча. На комментаторской позиции сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Английский футбол высшего уровня сегодня в прямом эфире на ваших экранах. Эвертон сегодня играет против Челси. Очень хорошую игру предстоит нам увидеть, Георгий. Команды действительно играют сегодня очень интересно. Как тебе все внимание, что было вокруг Лукаку перед этой игрой? Он очень здорово включается в атаку и умеет ее завершить точным ударом. Вот этим наверняка сегодня и займется. Победа сегодня для них будет не просто тремя очками. Это гарантирует им попадание в Лигу чемпионов. Думаю, все в команде понимают положение дел и настроены решить этот вопрос уже сегодня, чтобы не затягивать и не доводить до нервов в последней игре. Эвертон с первых минут играет в следующем составе. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Перед нами состав Челси. 1892 году был построен Гудисон Парк. Тогда за его постройку заплатили большие деньги, почти 2000 фунтов. И с тех пор на этом стадионе футбол несколько раз вступал в новую эпоху. Например, в 1957 году здесь впервые прошел матч с искусственным освещением. Через год была установлена первая система подогрева поля. А в 1971 здесь было установлено первое табло. Гудисон Парк – это живая история мирового футбола. Надо было поскорее отобрать мяч, и им это удалось. Забирает мяч голкипер. Бен Чилвелл. Смотрим начало этой атаки. Все-таки забрался в офсайд игрок и боковой поднимает флаг. Повтор нам подтверждает, что у арбитров были все основания прервать эту атаку. Действительно был офсайд. Лукаку.
Тяжело сдерживает Лукаку. Отрывается он от опекуна. Спасает вратарь от гола свою команду. Отлично он в этой ситуации разобрался и не позволил мяч отправить в ворота. Молодец, голкипер. Мяч летит в центр штрафной. Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Пошла подача. Ну решай же! Невероятный сейв! Мастерски сыграл вратарь в недавнем моменте, только благодаря его мастерству. Фернер! А вратарь-то что творит, а? Центр штрафной, мяч направлен. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Н'Голо Канте. Вратарь! Вот это сейв! Мяч летит в центр штрафной. Ромелу Лукаку, автор гола. Классно сыграно, никаких сомнений в завершающей стадии. Еще раз на гол давайте посмотрим. Отличное исполнение углового. Такой удар никак не мог потащить голкипер. Мяч пришел точно в гол. Сейчас будет веселее. Немного точности не хватило этой передачи. Мяч уходит в аут. Антони Марсиаль. Марсиаль! Вратарь уверенно забирает мяч. Ромелу Лукаку. Без мяча Челси остается. Тимо Вернер. Лукаку. Ромелу Лукаку. Очень грамотно он сыграл сейчас и перехватил мяч. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Мяч за боковой линией. Навесом в штрафную можно сыграть. Не удалось ничего опасного тут создать. Н'Голо Канте. Челси с мячом на фланге. Там есть свободная зона. Лукаку. Еще чуть-чуть, и был бы гол. Антони Марсиаль. Эндрюс Таунсенд. Плохой пас, мяч перехвачен. Это было просто для голкипера. Жоржиньо. Н'Голо Канте. Ромелу Лукаку. Через Вернера пошла игра. Вот молодец. Челси очень здорово все сделали. И на еще один мяч они выходят вперед.
Отличная контратака получилась. И главное, что получилось забить, повторяют нам этот момент. И ворота бил он уже с близкого расстояния. Так что мяч точно в створ. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановится. Лукаку идет вперед. Тимо Вернер. Этот стандарт обещает несколько десятков волнительных секунд обороне. Прекрасный удар со штрафного и гол красавец. Еще раз штрафной нам показывает, как здорово он пробил над стенкой. И мяч закрутился отлично. Зашел он в сетку без шансов для вратаря. Такое преимущество еще в первом тайме немыслимо. Похоже, судьба матча решена. С мячом игроки Челси. Классно и уверенно они смотрятся в полузащите и хотят увеличить свое преимущество в счете. Так что не... Браво! Вратарь, браво! Эндрюс Таунсон. Как вариант продолжения напрашивается навес. Марсиаль на убойной позиции. Нужно играть дальше. Вратарь не забирает мяч. Берет удар на себя. Мяч останется в поле. Здесь может получиться что-то опасное. Навес на дальнюю пошел. Навес получился слишком близко к вратарю, поэтому без проблем оказался в его руках. Жоржини. Бен Чилвелл с мячом. Тимо Вернер. Жоржиньо. Канте. Много игры в пас сегодня. Ставка на владение мячом, на контроль мяча у них. И был рикошет. Мяч уходит на угловой. Подали мяч с углового в центр штрафной. Мяч покидает штрафную после углового. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил сопернику. Том Дэвис. Мой Гомес. И это перехват. Завершился первый тайм, но счет-то на табло, смотрите какой, 3-0. Подозреваю, что во втором тайме футбол может напоминать показательное выступление. Как детектив, он интереса уже не представляет. Жоржини. Н'Голо Канте. Лукаку. Вернер с мячом. Мяч в воротах оказывается. И вот разрыв увеличивается, а оборона соперников даже и не чешется. Ну и какие-то шансы на исправление у них все-таки еще остаются. И, наверное, надо их применять прямо здесь, сейчас. А у нас 4-0. То речь будет. И перехвачен этот пас. Вне игры фиксирует боковой. Слишком рано он начал двигаться к воротам и угодил в офсайд.
Марсиаль. Отдает он передачу. Абдулай Дукуре. Очень опасно могло быть. Ромелу Лукаку. Лукаку. И бьет! Мяч вратаря, никаких проблем. И пас перехвачен. Вот это момент у него. Великолепное спасение. Какая реакция у вратаря, а? Вытащил мертвый мяч. Готовится сделать замену наставник команд. Мяч летит в центр штрафной. Удар головой, и вратарь играет здорово. Здесь сколько угодно можно подбирать эпитеты к игре вратаря, но он сыграл действительно превосходно. Самое скопление игроков, угловой подан. Не получилось мяч выбить, все еще опасная ситуация. Вернер. Кристенсен. Н'Голо Канте. Тимо Вернер. И опять Лукаку. Пройдет тут навес. Не получилось вынести мяч. По-прежнему опасно может быть. Пошли последние полчаса игры. Мяч остается в игре, и из этого может получиться что-то опасное. Фабиан Делл. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Какой хороший перехват сейчас получился. Тащит вперед мяч. Так здорово он мяч отдал. Браво, защитник. Арбитр видел нарушение, но даст Челси закончить это. Аспиликуэ. Хаким Зиеш. Жоржини с мячом. Тимо Вернер. Дальше на Лукаку. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Том Дэвис. Здорово защитник играет. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Таунсенд. Вот это спасение. А в следующий раз выгонит и будет прав. Да, ничего не забывает и не прощает этот арбитр. Идет в штрафную мяч. И ничего опасного здесь. Том Дэвис. И мяч в руках у голкипера. Вернер. Есть пространство перед ним. И вратарь, как здорово играет.
конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Эрлинг Холланд. А как насчет навеса здесь? Тимо Вернер. Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Центр штрафной, мяч направлен. Сесар Аспиликуэт. Тимо Вернер. Великолепно сыграл защитник. Что-то фанаты хозяйской команды поутихли. Игру соперник контролирует. Да, когда твоя команда уступает по всем статьям, тут я. Извини, что прерываю. Отличная позиция для удара. Гол! 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 Мне кажется, они просто напрашивались на этот гол. Конечно, нельзя играть так. Ну что же, они полностью заслужили сегодняшнюю. И перехвачен этот пас. Каллум Хадсон-Удой. Бен Чилвелл получает мяч. Н'Голо Канте. Здорово все-таки они играют в пас. Тут только и остается, что нарушать команде соперника. Шанс забить сейчас. Шикарное спасение. Казалось бы, 100% гол. А нет, великолепная реакция вратаря. Как он вытащил. Центр штрафной, пошла подача. И правильно, долой мяч из штрафной. Каллум Хадсон-Удой. Удар. Не дает мячу пройти дальше, здорово сыгран. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Каков, а? В очередной раз спасает он свою команду. Еще 4 минуты проведут команды на поле. Фабиан Дельф. Дальше мяч не идет. Перехват. Тимо Вернер. Эрлинг Холланд. Эрлинг Холланд. Матео Ковачич. Закончен наш матч, а сезон еще продолжается, и, похоже, вся развязка будет в последнем туре. Сегодня команда игрока гарантировала себе место в Лиге чемпионов, но этим они не захотят ограничиваться, я уверен. Да, борьба за титул продолжается. Очень напряженная концовка чемпионата у нас. Здорово за таким наблюдать. Мощнейший матч провел Ромелу Лукаку, был лучшим в составе своей команды. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас. Just a moment of your time. Thank you for your time. Really appreciate that. That's all the questions we have for you.